то... Всем привет, дорогие друзья. Сегодня с вами я, Сахарок Бэс. И Мистер Икс. Это вот этот человечек, который будет мне сегодня помогать. Как думаю, вы уже по названию поняли. BSD Brawl. Собственно, сегодня в этом видеоролике мы рассмотрим полностью, полнейший разбор BSD Brawl. Все функции, все, что там есть, мы детально рассмотрим, я вам все объясню. Также, чтобы скачать BSD Brawl, вам нужно, чтобы на этом ролике было 30 лайков. На 30 лайков я солью вам доступ в телеграм-канале, ссылочкой будет доступ на BSD Brawl. Собственно, всем приятного аппетита и приятного просмотра, а мы начинаем. Итак, на менюшке, собственно, при входе в игру нас встречает надпись BSD Brawl, тут получается в левом верхнем углу. BSD Brawl, Telegram, где написывается, что приходит в обновлениях, но сегодня все, что пишут в этом телеграм-канале, озвучиваю я. Ping, тоже, кстати, удобно. И сервер, на котором вы сейчас находитесь. Переходим в менюшку. Что мы тут видим? Во-первых, то, что удобно добавлено, это нажимаем на тег игрока, и мы его копируем, как бы легчайшее. Копируем, то есть теперь не надо долго по буковке переписывать. Можно просто нажать на тег игрока, еще раз нажму, и скопируем. То есть там вот чат команды у меня сейчас есть. Жму, вставляю, все, отлично отправляется. Также, кто не знал, с кодом команды можно сделать точно так же, нажав сюда. И уже код команды у меня скопирован. Это работает даже в обычном бравле. Так, дальше. Думаю, вы видели эту функцию, но так же, как я, не знали, где она находится, но используется это через BSD Brawl. Собственно, тут видно дату создания аккаунта, время, точно, я сам в шоке немножко, часы в игре. Тут, конечно, мало, но на моей основе, мне кажется, было бы очень много. Проведено в этом сеансе. То есть сейчас я играю только 18 минут. И всего входов в игру 1023. Один вход и будет 1024. Кто шарит, тот поймет. Так, дальше. Что по функциям? Мы можем зайти сюда. И тут две новые кнопочки. Меню мода и настройки мода. Давайте сначала обозревать меню мода. Перезагрузить игру. Нажимаем. Как бы игра перезагружается. Нормально. Это для некоторых функций нужно, поэтому удобна кнопочка, не надо из Брала выходить, чтобы его перезагрузить. Смена темы. Я могу поставить любую тему. Вот сейчас стоит Candyland. Логично. А давайте поставим обычную тему. Прям стандартную. Хотя нет, она какая-то не очень. Давайте поставим... что можно поставить... Давайте вот эту. Еще раз перезагрузка происходит. Тут уже автоматически. И тема почему-то не поменялась. Сейчас еще раз проверю что-нибудь. Давайте смену темы. Сейчас выше пролистаем. Bad Randoms. Во! Вот это легендарная тема. И тут видно, что она изменена. Я хочу ее поставить. О! Вот! Фон поменялся. Стандартный. А я думал, что не так. Так, фон поменялся. И, кстати, выглядит прям неплохо. Я его, наверное, оставлю. Так, что он дальше по функциям? Выбор статуса. Это хорошо протестировать в дружеском бою. Дружеский бой. Приглашаем нашего подопытного. И используем эту функцию. Выбор статуса. Бой. Я в бою. За мной можно даже понаблюдать. Так, что там еще интересного есть? Силовая лига, силовой матч, создание карт. Печатает. Хотя я ничего не печатаю. Мне кажется, или это имба. Также тут что интересного. В поиске участника, вот... Ну, тут ошибка, естественно, потому что... В поиске участника, как может быть в комнате? Думаю, с этим все понятно. Skin changer. Тут уже надо вернуться в обычную комнату. Так, приглашаем нашего подопытного. Подобный, выйдите, пожалуйста, из команды. Все, наконец-то. Skin changer. Давайте для начала возьмем ворона, чтобы убедились, что у меня нет скина. Вот, смотрите, обычный скин.
Тут белый ворон, которого я могу только купить, и ворон меха. Также теперь переходим в настройки меню мода Skin Changer. Пишу, что надо перезагрузить игру. Ищем здесь ворона. Ворон. Я, кстати, не вижу что-то ворона. Вот ворон. Давайте я хочу скин себе золотой ворон меха. Ну, в принципе, нормально. Мне кажется, самый дорогой скин за старпоинты. Так, выбрал. И теперь нам как раз-таки пригодится функция перезагрузить игру. Нажимаем. Перезагружаем. И... почему-то не сработало. Давайте попробуем еще раз. У меня до съемки все работало. Может, ошибка какая-то. Ворон. Золотой ворон меха. Так, еще раз. Ворон. Золотой ворон меха. Может, какая-то ошибка. Давайте другой скин попробуем. Золотой ворон. Пусть будет золотой. Может, с вороном что-то не так. Но до записи у меня все работало. Вот, смотрите, золотой ворон. С золотым вороном почему-то получилось. Как вы видите, пишет ворон обычный, я ничего не менял. Его у меня не было. Аккаунт тот же, только перезагрузка прошла. Skin Changer работает. Имба. Ну, видно только у вас, к сожалению. Это не суть важно. Так, дальше что у нас идет? Меню бойцов. Думаю, по началу видеоролика вы поняли, что это такое. Жмем Shelly и... что? Мне выпала Shelly? Как такое возможно? И абсолютно любой боец. То есть вы можете на видос сделать. Но, к сожалению, этот боец вам в реальности не выпадет. То есть, ну, как бы Shelly у меня есть, но, допустим, какого у меня там бойца нет, чтобы вам продемонстрировать это все. Ну, давайте Mortis. Тот же Mortis. У меня его нет. Жмем настройки, меню мода, меню бойцов. Так, Mortis, где ты? Я его еще и найти сейчас не смогу, 100%. Mortis. Вот он, вижу. Смотрите, выпадает. Но у меня по-прежнему его нет. То есть это можно для монтажа использовать, друзей троллить. Но я думаю, вы найдете этому применение. Меню скинов. Вот тут все еще интересней. Ищем того же Mortisа опять же. Вот, Mortis. И тут скины. Думаете, скин Changer уже был. Зачем же тут еще скины? А берем какого-нибудь, допустим, да, два золотых Mortisа. Ладно. И два серебряных, я только сейчас заметил. А берем Mortis меху, допустим. И мне выпадает Mortis меха. Но также скина у вас этого не будет. Чтобы у вас был этот скин, надо через скин Changer зайти. Сервера. Я вот немножко не понимаю, как находится, ну и как это все работает. Но тут можно выбрать сервера, что логично. Допустим, я вроде что-то поменял. Снова захожу в настройки. Если честно, я не знаю, как это работает. Если вы знаете, напишите в комментариях. Также, если вы досмотрели до этого момента, напишите в комментарии слово... да пусть будет арбуз. Те, кто... несколько человек, кто первый напишет, я подпишусь. Выборочно. Так. Дальше мини-игра с 8 битом идет. Сейчас посмотрим, чтобы все работало. До съемки я это тестировал. Тоже работало вроде. Запускается крайне долго. Ну, видимо, что-то случилось. Сбросить настройки. Ну, сбрасываются все настройки. Давайте проверим. Так, у меня сейчас стоит ворон золотой. По идее, у меня сейчас должно все сброситься. Вылетает окошечко выбора. Жмем сброс. Да, видите, ворон поменялся. Сброс сработал. Так. Сервера... ой, сервера боев. Вот это тоже я не тестировал.
Тут, мне кажется, ли что-то поменялось. Brawl Stars. Ничего не делает кнопочка. Мини-игра с любимым питом. Уже смотрели. Сервера боев. Тут можно выбрать лучший сервер, где меньше пинг. Или, ну, это, короче, встроено в VPN. Мне кажется, это имба. Это мы уже смотрели. Протестировать пинг можно. Или не смотрели. И, собственно, кнопочка сбросить настройки. Все остальное мы смотрели. Давайте проверим. Давайте какой-нибудь Сингапур поставим. Там вроде должны быть не очень сильные сервера. И чтобы это проверить, пойдем на штольню. И сейчас также в настройках мода какую-то интересную... Так, ладно, давайте проверим сейчас сервер. Я вам только что же показал несколько функций. Но все будет дальше в ролике. Не волнуйтесь. Видите, как подбор долгий, как бы. Уже видно, что необычные сервера. Грузится дольше. Так, стреляю. Да, задержка есть, прям видно. Так, тут бул. Не знаю, умеет ли он играть. Ну, во-первых, на эту карту мало кто була берет. Даже того же Эдгара можно встретить чаще. Но тоже, смотрите, во-первых, ники. По никам уже видно, что заменено. Еще один бул. И тут как бы булов берут, тут видно. Ну, в нашей, что ли, мне кажется, була редко можно встретить. Какая же задержка. Я даже убить нормально никого не могу. Опа, убиваем. Ну, и меня убил бул. Но, мне кажется, мы увидели, что все-таки присутствует. Присутствует смена сервера. Как бы по никам даже можно было это увидеть. Дальше, настройки мода. Так, отключить обводку 3D-моделей. Это вот эта красивейшая функция. Автоматическая перезагрузка идет. Но это того стоит. Смотрите. По-моему, не сработало. Или на уровне не столь заметно. Нет, не сработало. Так, давайте возьмем какого-то светлого бравлера. На светлом бравлере будет повидней. Давайте пусть у нас стоит Кольт, только без скина. Еще раз тестируем функцию. А, мне может перезагрузить, просто еще раз надо. Настройки мода. Опа, опа. Так. И меню мода. Перезагрузить игру. Почему-то опять не сработало. Фигня какая-то. Но я тоже смотрел. Это у меня почему-то это работало. Так, допустим, выключим. Еще пару попыточек и продолжим. Ну, видимо, не судьба этой функции сработать. И попробуем включить. Это очень красиво выглядит с этой функцией, но, видимо, не судьба нам посмотреть. А нет, видите, сработало. Окантовочка черная убрана, и бравлеры какие-то стали более, не знаю, выглядеть в лучшую, в худшую сторону изменилось, но мне нравится. Видите, то есть как-то все более сглажено, более 3D-шно стало. Даже со скинами это работает. А вот тут прям видно, что окантовочки нет. Ну, красиво выглядит, мне нравится. Дальше. Антицензура в чате команды. Это, то есть, смотрите, маты, которые, ну, нельзя писать. Так, сейчас пригласим нашего подопытного, чтобы можно было протестировать. Или хотя просто для начала создам клуб команд... Ой, код команды. Подопытный пока не в сети. Допустим, Telegram. Это заблокированное слово. Его нельзя написать. YouTube. YouTube, еще раз. YouTube. Теперь выключаем эту функцию. И... О, подопытный зашел. И проверяем. YouTube. Не, почему-то могу. Видимо, перезагрузка требуется. Ну, в любом случае, эта функция тоже работает. Вы можете ее проверять. Отключить анимацию значков. Так, это получается, у меня анимации не должно быть. То есть, смотрите, я кидаю значок. Да, он без анимации приходит. Ну, на каких значках? Ну, этот почему-то пришел с анимацией. Странно работает. А вот тут без анимации. Странно работает, но это работает. Дальше.
Хроматический ник. То есть, у меня же Brawl Pass, нет? Нет. Так, давайте, это не надо. Ой, какой-нибудь желтый поставим. Получается, у меня должен ник стать, как при Brawl Pass, хроматическим. Перезагрузка опять проходит. Так. О, видите, сработало. Но это визуал. Только у меня так видно. Но это очень красиво выглядит. То есть вы можете также затроллить друзей и сказать: я купил Brawl Pass, смотри, у меня ники переливаются. И если они не знают о функции BSD, то есть не смотрели мой видеоролик, то вы прекрасно и легко их затроллите. Так, статичный фон. Когда включено, все фоны в игре будут заменены на фон из меню. Давайте посмотрим, как это работает. На фон из меню. Все фоны в игре на фон из меню. Немножко не понимаю, как это работает. Допустим, заходим в тренировку. Опа. Или мне показалось. Ну, не очень знаю, что это работает. Тоже можете написать в комментарии, что выполняет эта функция. Так, дальше. Переходим к следующей функции. И это у нас... Открывать рамки в бою. Вот это уже точно имба. Потому что, смотрите, перезагружаем игру. Кстати, после перезагрузки можно пробовать написать там фразы, которые блокируются, допустим, еще раз ТГ. Могу, не знаю, может баг, но антицензура вроде работает. Смотрите, опять берем Шелли, идем на штольню. Вас тоже иногда бесит эти рамки черные на, ну, в принципе, в ШД. А с этой функцией этих рамок как не бывало. Смотрим. Это должно... Видите, сейчас... все, рамки не появляются. Обычно с краев появляются черные рамки, а сейчас их нет. Тоже очень крутая функция с помощью нее. Но это читы явные. То есть явные читы с помощью такой функции вы можете видеть дальше противника. То есть иметь преимущество. Ну, не круто ли это? Так, видите, как это RGB процветка? Ну, то есть не RGB, а обводка бойца черная. Видите, как без нее красиво выглядит боец? Мне прям очень нравится. Ну, я думаю, что мы сейчас пойдем сольемся с моим подопытным, чтобы не тянуть время. Тик, убивай меня, пожалуйста. Давай. Давай, бей, 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 бей. Тогда пойдем в яд. Он не хочет убивать. Пошли в яд. Так. Я уже умер. Мой подопытный сливается Тику, чтобы дать ему баночки. Молодец. Он юзнул лайк. Мы это одобряем. Так, дальше. Настройки мода. Медленный режим. Вот это странная штука работает. Смотрим. Это... Вот, видите анимации, как медленно идут? Это может слоумо использовать как для записи всяких эдитов тоже в... А вот остальные... Если бы... Вот смотрите, даже вот эта анимация идет долго. Очень долго. И в игре персонаж очень странно бежит. И выглядит как лаги. Поэтому эту функцию можно использовать в основном для... Ну, для делания видео. Ну, для игр я не советую ее использовать. Она бесполезна, в общем-то. Поэтому мы ее прямо сейчас отключим, потому что она очень мешает. Так, отображать все карты. Вот это крутая функция, смотрите. Теперь я с моим подопытным создаю дружеский бой. И... Ой, что-то у меня подлагало. Смотрите, есть даже дуэльки. А интересно, что если поставить дуэльки? Но поставить я вроде их как не могу. И очень лагает, когда я пытаюсь поставить... Так, ладно. Давайте попробуем поставить какой-нибудь другой режим, помимо дуэлек. Это что? Ликвидатор. Давайте. Тоже не работает. Ну. Вот, подарки. Недавно из игры убрали. Могу поставить? Тоже не могу. Только визуал получается. Вот, мне очень нравился волейбол. Если бы его можно было поставить, его тут даже походу нет. Я не вижу волейбол.
Если можно было волейбол поставить, было бы так круто. Да, его нет. Обычно карты я тоже почему-то не могу поставить. А, так это, наверное, карта, которая сейчас в игре нет. То есть тут же еще и все карты, которые когда-либо были в игре. Допустим, проход. Проход сейчас есть в игре. А какая-нибудь другая карта? Вот валуны, их сейчас убрали. Да, их убрали. Их я не могу поставить. Ставится гема. Так, дальше. Настройки мода. Ходьба на не под ультой. Вот эта функция явно сломана. Я полный перезапуск игры. Хорошо, я увидел. Эта функция реально сломана, потому что я не понимаю, как ей пользоваться. Я вроде пытался, но у меня почему-то не получается ходить. Может, ее просто разработчики как-то пофиксили уже. В тренировочной пещере сейчас проверю еще раз. Так, мы загрузились. Собственно, оп. Ульта накоплена. Пробуем идти и как-то юзать. И у меня не получается. Давайте, может, сейчас врежусь в робота, чтобы ульту накопить. Может, как-то надо подобрать момент хороший. Там, может, оп, и идти надо. Видите, я сначала вроде немножко прохожу, но это не работает как-то. Может, надо, может, надо идти и запустить. Тоже не работает. Может, надо запустить и потом идти. Сейчас еще раз попробую. Ну, последняя попытка, и все. Ну, эта функция сломана. Или разработчики уже пофиксили, как я уже говорил. Вот то, что я немножко заметил, когда ульта прилетает, смотрите. Нани немножко иногда проходит вперед, когда только уже ульта прилетает. Ну, то есть... Ну, бессмысленно, короче, функция. Ее можно... Не буду выключать, это перезагружать надо. Мод на значки. Вот это тоже, это... Не визуал, по-моему. Сейчас с моим подопытным проверим. То есть, смотрите. Какого, допустим, у меня... Что тут есть нового? Я прям что-то не вижу. Может, перезапуск игры нужен? Я не прочитал просто. Так. Когда выключены значки из наборов скинов, которые у вас нет, вновь станут недоступны. То есть это на наборы скинов. Так, опа, стоп, что? А, бот с фоном. Статичный фон. То есть везде будет фон, как в меню. Про фоны. Вот, мы теперь узнали, как она работает. Дальше идем. Угу. Случайная тема. Вот это тоже прикольно. Тема будет неизменной при каждом перезаходе в игру. Это если выключить. То есть при каждом входе в игру тема меняется. Давайте проверим. Сейчас у меня такая тема. Получается, перезапускаем игру. Candyland становится. Ну, менюшка. А здесь уже другая тема, да, меняется. Вот меняться после каждого боя следующая функция. Это тоже круто, но думаю, работает так же. Независимость музыки от фона при случайном выборе темы. Ну, тоже... Думаю, понятно. То есть вы выбираете фон, который вам нравится, и будет играть музыка оттуда, а все другие фоны будут меняться. Показывать вражеских бойцов в игрушечной игре. Это надо протестировать. Опять автоматическая перезагрузка. Думаю, вы наслышаны на этой функции Бравла. Точнее, BSD Бравла. Снова идем в дружеский бой. Приглашаем нашего подопытного. Наш подопытный состоит в другой команде. Но эта функция почему-то не работает. Может, тоже сломана. Может, надо ее перезапустить. Так, Brawl Ball. Хочу поставить Brawl Ball. Вот эта карта вроде есть. Так. Выбирай бойца. Так, допустим. Допустим, мы перезапустим эту функцию. Включаем. И включаем. Опять перезагрузка. О! На секунду сработало. Попробую поменять бойца. Как-то странно работает. Допустим, а если поменять режим? Ой-ой-ой.
Ну, в ШД не должно быть видно. Все или ничего? Фэнг. Был Фэнг. Но тоже странно работает. Может, Supercell пытается пофиксить этот баг? Так, дальше. Автоатака по направлению движения на Мортисе. Тоже прикольно. Давайте протестируем. То есть мы, собственно, выбираем Мортиса. А у Мортиса у меня нет. Но зачем мне Мортис, когда есть тренировочная пещера? Как вы знаете, автоатака на Мортисе бьет в... Получается, не в сторону... Точнее, в сторону соперника. А теперь, если я буду даже вблизи соперника стоять, автоатака бьет туда, куда я смотрю. То есть можно использовать, чтобы убегать. Кстати, меня что-то подлагивает. А, так это потому, что я сервера использую, я помню. Мы же не поменяли. Я все еще на Сингапуре. Так, дальше. Это мы протестировали. Собственно, что у нас идет дальше? Отключить автоатаку. А можно прям вместе. И счетчик FPS включим. Ой, из режима камеры смену, чтобы все сразу протестить. Так. Проверяем. Оф, FPS уже показывает. Собственно, тренировка. Получается, я сейчас отключил автоатаку и автоульту. То есть сейчас, да, видите, я жму. У этого супера нет режима быстрого огня. Хотя я на шеле. Ну, это круто, мне кажется. Ну, то есть, также смотрите, я могу его запугивать ультой. И у меня включилось залипание клавиш, естественно. Так, я могу запугивать ультой, дело просто вот так в катке. Так, камера, смена камер. Ну, FPS мы уже видели, что показывается. Ну, это такое себе, это тоже для видео можно использовать. Какой-нибудь Фрэнк будет идти под такой способ. Давайте ультой бабахнем. Так, дальше, камера. Вся карта, вот это прикольно. Вы можете смотреть на всю карту, но, к сожалению, бойцов не видно. То есть, видите, сверху роботы пропадают. А когда я подхожу, появляются. То есть, это, по сути, визуал, но ее можно как-то использовать в своих целях. И стандартный режим. Очень имбовый мод без добрал. Следующая функция. У меня она странно работала. Это у нас функция использовать графику низкого разрешения. То есть FPS должно быть больше. Требуется полный перезапуск игры. Снова перезагружаем игру. Эта функция как-то странно работает или вообще не работает у меня. Потому что я заметной разницы не заметил. Может, она бустит FPS. А если она бустит FPS, я ее не заметил. Нехорошо ли это? Там, допустим, опять в какую-нибудь тренировочную пещеру заходим. FPS 0, 9, 6. Ну... Мне кажется, вы тоже не заметили никаких изменений толком, как и я. Если, допустим, полную камеру сделать. Кстати, можно заметить, что вот, допустим, при обычной камере не видно, что там дальше в Старпарке. А вот так можно посмотреть, тут Старпарк полностью, надпись, часы можно посмотреть. Ради этого можно как минимум уже скачать без забрал. Очень прикольный мод, мне прям нравится. Башенки тут есть. Собственно, надпись Старпарк. Билеты. Все что угодно. Кстати, было бы прикольно, если бы разработчики добавили какие-то пасхалки, которые игроки обычно не могут увидеть. Дальше, настройки мода. Следующая функция у нас скрывать текст в лобби. Когда включено, информация в лобби отображаться не будет. А, это вот этот текст, да? Вот этот пинг не будет отображаться. Давайте перезапустим и проверим. То есть вот эта информация ненужная, она не будет подсказываться. Но что-то не сработало. Ну, может, некоторые функции работают через раз. Мы в этом убедились, что такое может быть. В любом случае, это не так важно. Это всего лишь текст в лобби. Он не особо мешает, он в уголочке стоит. Так, давайте, что ж, тестируем дальше. Отображать координаты своего бойца в бою. Не знаю, зачем нужна эта функция, но она работает. Отображать индикатор соединения в бою.
индикатор соединения, это как в нулсе. Ну, думаю, вы видели. То есть, сколько у вас палочек? Открывать прицеливание супером. Вот это имба. То есть, смотрите, у вас есть ульта, вы нажимаете прицеливаться, то есть, можете прицеливаться, и у вас появляется желтый кружок. А другим теперь его не будет видно. Вот это очень имбовая функция. Что ж, что у нас дальше идет? Заменить пятый значок в бою на пустой значок. Что? Пустой значок в бою. Это типа у нас... Ой. Неважно, что сейчас было. Так, в бою. Допустим, идем в тренировочную пещеру. Смотрим. Во, видите, уже координаты есть вот здесь, вот рядом с камерой. О! Смотрите, я отправил пустой значок. Капец. Хотя нажал на красненький. Вот это, мне кажется, прикольно. То есть можно у соперников же... Не знаю, как будет это выглядеть у соперников, но у меня выглядит как пустой значок. Так, дальше. Что мы делаем? И на повторе мне мой, собственно, помощник показал, что выглядит также это пустым. То есть у всех выглядит это как пустой значок. Последняя на сегодня функция. Выделять игроков со значком дизлайка в бою. Мне кажется, это самое угарное. Когда включено, если у игрока присутствует значок дизлайка в одном из слотов игрока, то в его имени в бою добавится поставка LGBTQ. Давайте это проверим. Подопытный. Возьмите дизлайк и в тренировочный бой, чтобы я за вами мог понаблюдать. Так, давайте на всякий случай пока что перезапустим меню мода. Я вроде включил. Перезапускаем. И заходите в тренировку. Я за вами сейчас буду следить уже. Так. Он зашел. Ой-ой-ой, зачем? Если я могу сделать вот так. Заходим в наблюдение. Что мы видим? В бою. Видим приставочку. Используйте дизлайк, пожалуйста, чтобы доказать, что он у вас присутствует. Используйте дизлайк, мистер Икс. Использовал. То есть, можно вычислять дизлайкеров. Давайте пойдем в Duo ШД, попробуем вычислить какого-нибудь дизлайкера. И попробуем его наказать. Последняя функция, можно сделать что-то. Кстати, видос получился длинным. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, как бы я старался. Я буду очень рад, если напишите комментарий. О, можно всю карту сделать. О, большой дизлайк, какой капец. И приставка осталась. О, видите, тоже дизлайк у чела есть. Потому что приставка есть. Давай, надо его зажать, потому что у него дизлайк есть. А, он убежал, капец. Я даже не заметил. Опа, можно вот так вот побегать, а можно сделать большое. И с пинами тут какая-то проблема, потому что они у меня с полкарты почему-то. И я автоатаку забыл включить, поэтому я не могу автоатачить. И меня убили. И нас убил чел с дизлайком, потому что у него приставка есть. Имба функция. Ну что ж, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Вы поставите лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал с колокольчиком. А я вам напомню, что этот мод, то есть BSD Brawl, выйдет у меня на канале в Telegram, который будет в описании. На 30 лайков на этом видосе. Ну, набирайте 30 лайков, и сразу же выходит этот мод, который очень имбовый, я скажу. И... читерный. И поосторожнее, вас, наверное, даже, если что, за некоторые функции могут забанить. Ну, а с вами был SakharokBS. Всем удачи, всем пока-пока.